Приветствую всех. Сегодня у меня новая посылка. Покажу распаковку и маленький обзорчик, что я заказал. На этот раз Казан Экспресс. Дошло ровно за один день. Вчера заказал, сегодня уже у меня на руках. Сходил, получил. Очень быстрая доставка до города Альметьевска. Так, распаковываем. Вот пришел вот такой вот монопод для экшн-камеры, для GoPro. Посмотрим комплектность, что здесь есть у нас. Да, цена 1280 рублей. Так, все, коробка пустая. Фирма Телесин. У меня уже есть от этой фирмы зарядка для аккумуляторов на GoPro. Вот такая. Обзор я уже делал. Можете посмотреть на канале. Так, вот такой моноподик. Так, сам монопод. Крепление. Такой болт. Еще одно крепление. Вот сюда. Так. Открывается. Здесь есть резьба. Сейчас посмотрим. Есть еще крепление для сотового. Как я понял, вот крепится вот в это место. Так. Сейчас попробуем закрепить. Можно так. Вертикально. А можно и горизонтально. Так, наоборот. Вот так. Горизонтально. А сбоку вертикально. Да, и заодно вот сейчас попробуем нацепить GoPro. Как это будет выглядеть. Так, снимаем. Так, лучше, наверное. Так вот. И крепим. Так, ну все, в принципе, вот так все это выглядит. Если без телефона. Снимаем это. Так. Заявлено, что сам вот этот длину 20 сантиметров и полный, если его так вытащить, ну, вытаскивается на 90 сантиметров. Ладно, это потом мы
Попробую вытащить все. Крутил, крутил и разобрался, как эта система работает. Крепление вот здесь вот. Надо немножко в бок повернуть, и она вот так вот открывается полностью. А потом, чтобы она вниз не уходила, опять же чуть-чуть в бок, и она фиксируется. И так каждый этот. Все, и получается, что он держится зафиксированным, и получается вот такой длины 90 сантиметров, практически метр в высоту, и она нормально держится, все фиксировано. То есть если хочешь высоту немножко снимать, пожалуйста, такая система. Здесь есть, чтобы прикрепить вот этот вот ремешок. И удобно, вот здесь еще есть фиксатор на руку, чтобы она не спадала, фиксируется. В основном буду пользоваться в таком виде, в принципе. Вот, хотел бы еще сказать вот о рукоятке. У нее хорошее софт-тач покрытие прорезиненное, чтобы рука не скользила. Да, еще вот хотел заказать, в будущем закажу пульт управления Bluetooth для удобства. Просто неудобно постоянно нажимать эту кнопку вот сверху, которая. Вот так будет отдельно. Нажал, в этой руке держишь, в другой нажимаешь, идет запись. Вот так вот. Есть еще вот такая фишка. Это вот подставка. Так, как она действует, интересно. А вот. Вот так это стоит. Вот так выглядит. Вот такая посылка. Стоимость 1200 рублей. 1280. Я думаю, стоит этих денег. Пожалуйста, закрыл, сложил. Можно носить так вот. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось, дизлайк, если не понравилось. Колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч на моем канале. Всем пока.